Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Сейчас я вам покажу, как на телефоне Dooji S40 включить резервное копирование Google. Разблокируем наш телефон. Заходим в настройки. Переходим в пункт Google. Нажимаем резервное копирование. Включаем. После чего, как видите, у нас написано нет резервных копий. Что мы можем сделать? Можем сделать резервное копирование, но у нас, как видите, фото и видео не будут копироваться. Надо обновить Google Фото. Когда Google Фото установилось, нажимаем снова на фото и видео. Включаем автозагрузку. Включаем автозагрузку еще раз. Выбираем сжатие файлов либо исходное качество. Нажимаем ОК. После чего это можем закрыть. Возвращаемся в настройки. Фото и видео теперь у нас работает. Можем нажать «Начать копирование». На этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, а также посещайте наш сайт hardreset.info. До скорых встреч!